Всем привет! Поговорим о советском столовом серебре, в данном случае о двух экземплярах. Это лопатка для сливочного масла и вилка для десерта. Десертная вилка незаменимую помощь окажет в поедании пирожных, кусочек торта. Зубья по длине короче, чем у обыкновенной вилки. Имеется соответствующий рисунок по всей длине ручки. Пытался найти информацию, что он обозначает, но, к сожалению, точных сведений не обнаружил в интернете. Мне кажется, как будто это горшок с цветком. Хотя, естественно, это не так. Но, по крайней мере, такие ассоциации возникают. Здесь клеймо, точнее проба 1916 и клеймо Таллинского ювелирного завода. Производство где-то 70-е годы 20 века, прошлого столетия, СССР. С противоположной стороны их в комплекте 6 штук. Для образца показываю один экземпляр. Также имеется орнамент по всей длине ручки данной вилки. Лопатка для сливочного масла, аналогично производство Таллинского ювелирного завода СССР, 1970-е годы. На одном сайте прочел информацию, что это достаточно редкий столовый прибор, именно лопатка для сливочного масла, потому что в основном все пользовались столовыми ножами. Кто покупал соответствующий сервиз, там были чайные, кофейные ложки, вилки, суповые ложки и столовые ножи с закругленными носиками, лезвиями, так правильнее сказать. Здесь именно лопатка для сливочного масла. Аналогично предыдущей десертной вилке, орнамент по длине ручки, что с данной фронтальной, если современным языком выражаться, стороны, и с тыловой. Имеется также проба и клеймо. Неплохой экземпляр. Серебро.